Еще не так давно счастье приходило в дом часто. Человек вернулся живой с войны, и все плачут от счастья. Вылечили после аппендицита. Еще не так давно от этого умирали. И выжил. Счастье. Появилась какая-то маломальская игрушка в доме у ребенка. Счастье. Счастье – это удовлетворение наших базовых потребностей и фактических нехваток. В случае, если все удовлетворяется, любопытство удовлетворяется, безопасность удовлетворяется, что вы делаете в Инстаграме, вызываете восхищение, восхищаете, все удовлетворяется, любая потребность. И современные условия – это тот самый мышиный рай, про который нам рассказывает Келхун, и современный мир, который вроде бы, в общем, как бы сделан для человека, сделан для нас. Как оказывается, не может сделать нас счастливыми. И если мы действительно решили отнестись к теме счастья не как к очередному, не очередной иллюзии, к очередному такому сказочному образу, что вот когда-нибудь мы чего-нибудь и что-нибудь у нас, мы будем счастливы, то мы должны понять, что это сейчас вызов –